Михаил Сухарев о патриотизме. Патриотизм начинается не с громких лозунгов, а с конкретных дел, пусть даже с маленьких. Вернуть лампочку в подъезде, посадить цветы во дворе, убрать мусор перед домом. Это и есть патриотизм. Быть патриотом – это любить то, что тебя окружает. Кандидат в депутаты Государственной Думы Михаил Сухарев. Вместе мы сильнее.